Дверь блокирована. Ничего, деньги все равно наши. Точно? Я нашел код. Да, похоже, что завтракать рано. Мы не одни. Сегодня вам не повезло. Все ясно. Если успеем разогнаться, то сможем вовремя смыться. Через 12 секунд. Думают, что они Джонни Ноксвилл? Точно. Теперь ваши маски сорваны. Сейчас близнецы-байкеры выходят на свободу. Оказавшись блестящими адвокатами, они сумели сами себя защитить. Судья признал их вину недоказанной и разрешил выпустить их под залог. Сторона обвинения считает, что это дело подстроил Человек-паук. Ну да, Человек-паук грабил банк, а они шли мимо, вот и случилась драка. По-моему. Эй, к черту паука, прав тот, у кого одинаково хороши и защита, и нападение. Да? Много ли краденных денег прилипло к паучьим пальцам? Но говорят, что все деньги найдены рядом с железной дорогой. Правда? А, Питер МДЖ решил стать полузащитником. Ведь Флэш прав, что... Мне наплевать, Паркер, что ты согласен со мной. Я же за тебя. Ничего, если я за пейкеров, то болей за медведей. Ты глуп, Флэш. Ты не понял, ты перескочил от паука к медведям. Я тебя не понял, потому что я сильнее интеллектом. Ого, даже твой мозг превратился в мышцу. Вот что, умник, меня ждет настоящий ученый. А ты таким людям не нужен. Надеюсь, формальности мы с вами уладили. У меня от них голова кругом. Так вы поможете мне с учебой? Мое объявление было насчет оценок. Эй, вы не собираетесь меня уколоть? Конечно, нет. Это сделает аппарат. Подождите, подождите! Я не давал письменного согласия. Вообще-то давали. Помните наши формальности? Что вы чувствуете? Желание устроить вам скандал, если мне не понравится этот ваш опыт. О, что это? Моя голова словно чужая. Все готово, мистер Томпсон. Осваивайтесь. Питер Паркер, Мэри Джей Уотсон и Гарри Осборн. Человек-паук. Алло, Питер Паркер. Питер, это Инди. Чем ты занят? Я направляюсь в колледж. Тогда загляни в IPR 1. У меня для тебя кое-что есть. Тебе интересно? Кое-что для меня? Угу. Помнишь байкеров, которых вчера поймал паук? Я о них узнала что-то потрясающее. Я должен сходить на занятия. Встретимся после. Обещаю, ты не пожалеешь. О, боже. Буду ждать.
Это по работе. Чего смотришь? Девушки, ваша красота приятна для глаз и радует сердце. Спасибо. Судя по твоей шее, ты научился нравиться. Салли Джонсон. Флэш Томпсон, очень рад познакомиться. Ученый тебе помог. Занимаешься с ученым? Может, литературой? В том числе. Обожаю читать. Ты? Читать? Английскую литературу? Ну-ка проверим. Нам задали тему Руритания. Да, да. Эту вымышленную страну на севере Чехословакии упоминают Энтони Хоуп в «Узнике Зенды» и Николас Майер в «7% решении». Верно? Я могу вас проводить? Слушай. Флэш явно становится лакомым кусочком. На его шее укус пираньи или пылесоса для уборки в боулинге. А может, его укусил гигантский комар на футбольном поле? Думаешь, меня развеселить? Но это ни к чему. Инди сегодня хочет что-то мне сказать. Она тебе. У нас общие интересы, это серьезнее, чем всплеск химических реакций. Я изучаю биологию. Знаешь, Инди кого угодно может съесть глазами. Офицер Барр обмолвился, что близнецы-байкеры были тупейшими из его арестантов. Вот, оказывается, она что. Один брат, назовем его первый брат, заряжая пистолет, прострелил себе левую ногу во время ограбления. Мне надо знать точно. В тюрьме их протестировали. У каждого был всего лишь двузначный IQ. По-моему, мы должны поговорить. С двузначным IQ даже ботинки не зашнуруешь. О чем тут говорить? О тебе и обо мне. Питер, я всегда готова быть рядом, особенно когда не нужно работать.